Дорогие друзья, добрый вечер. Ну что же, сегодня у нас еще одно событие. Мы продолжаем наш марафон. Сегодня на этой сцене выступает потрясающий коллектив, легендарный коллектив, который давно уже работает как Челябинской государственной филармонии. Я этот коллектив знаю много лет и выступал с ними. И это потрясающие совершенно музыканты. Конечно, со временем оркестр меняется, меняется репертуар. Мы начинали как такие настоящие неорлеанские музыканты. Но сейчас я вот послушал репетицию, я понял, что здесь будет такой очень разнообразный репертуар, который вполне соответствует той афише, которую мы представили. Кстати говоря, вчера был юбилей Пола Маккартни, и я думаю, что они обязательно отметят 80-летие великого музыканта несколькими произведениями. Хочу сказать вам о том, что в этом зале мы заканчиваем этот сезон и перемещаемся на три последующих концерта в концертный зал Российской академии музыки имени Есениных на Малом Жерском переулке. 27 числа будет концерт, который называется «Дежурный по джазу», в котором участвует народный артист России Игорь Михайлович Блин, замечательный пианист и барабанщик Яков Огонь, контрабасист Евгения Онищенко, ну и к ним примкнувший я. Это 27 июня, 7 часов вечера. 28 числа в этом же зале состоится большой праздничный концерт биг-бенда нашего замечательного лидера, народного артиста Игоря Бутмана, который будет принимать участие в этом концерте, естественно, и вести этот концерт. Он действительно уникальная совершенно личность и очень много делает для джаза. Вы, наверное, заметили по рекламе, по московский джазовый фестиваль, который проходит, в общем, по всему городу, и на котором выступают и студенты, и молодые коллективы, и уже общепризнанные коллективы. Так что дело джаза продолжается. А вот 4 июля в 7 часов вечера неожиданно появилась возможность выступления замечательного, совершенно одного из лучших оркестров в нашей стране, оркестра Петра Востокова. И 4 июля в том же зале в 7 часов вечера состоится и концерт. Если кто смотрел телепрограмму, вот этот телеконкурс «Большой джаз», то вы обязательно услышите этот уникальный, совершенно многообразный коллектив. И, конечно, приносит очень много радости и счастья для слушателя, да и сами исполнители. Очень счастливые и молодые ребята, многие из них наши выпускники академии, бывшие студенты, а сейчас уже потрясающие профессионалы. Ну вот, наверное, все. Сейчас я на сцену приглашу директора оркестра. Это очень редкое явление, когда директор оркестра выходит на сцену как ведущий. Это замечательно. Наталья Рикер. Большое спасибо, Александр. Очень приятно сегодня оказаться в этом зале. Вы знаете, мне кажется, Владимир Александрович об этом сказал. Для нас это будет дебют выступления святая святых российского музыкального образования, училище Российской академии музыки, колледж Российской академии музыки имени Гнесиных. И мы надеемся, что мы сегодня доставим вам большое удовольствие. Я приглашаю на сцену своих дорогих коллег. Это ансамбль «Уральский диксилент» Игоря Бурко. Художественный руководитель Валерий Сударев. Вы знаете, сегодня мы привезли в Москву именно на этот концерт,
вообще это не первый концерт в нашем путешествии московском. Мы только-только выступили на московском джазовом фестивале, Moscow Jazz Festival. И так удачно сложилось, что вот мы выступаем здесь. И на этот концерт мы подготовили такую квинтэссенцию того, что мы сейчас делаем. То есть это фрагменты из наших разных актуальных программ, которые на разных сценах, не только в нашем родном городе Челябинске, но и на других филармонических и фестивальных площадках снискали любовь слушателей. И начнем мы с программы, которая называется «From Duke to Beatles» – «От Дюка Эллингтона к музыке Beatles». Это посвящение двум гениям, двум гениальным брендам 20 века, которые сделали Уральский Диксиленд. Одновременно это еще посвящение кумиру Валерия Сударева, гитаристу Джону Пиццарелли, которому не так давно исполнилось 60. Словом, это такие множественные поклоны в сторону известных личностей, деятелей 20 и 21 века. И начнем мы с композиции знаменитейшей, которую Дюк Эллингтон написал на слова Милта Гейблера в далеком 1939 году. Называется она «In a mellow tone», как в Советском Союзе очень часто ее называли, «в сочных тонах». Thank you.
Дамы и господа, Валерий и Сударь. Вы знаете, в этой программе, она, конечно, такая достаточно большая, и мы даже выпустили виниловый диск, точнее, он должен выйти с минуты на минуту, со дня на день, который является частью этой программы, «Funk to Beatles». Там представлены все известнейшие стандарты, написанные в разные годы Дюком Эллингтоном. И, конечно, не обошлось без песни, которую, опять же, в Советском Союзе переводили очень криво. «Не соблазни меня больше», «Don't get around much anymore», поет Кристина Рыжковская. I'm gonna go for it.
наверное, успели заметить, что это такая неканоническая версия известной песни, а здесь Валерий Петрович соединил известный госпел и афроамериканское духовное песнопение и известную песню «Дон Генерал Мачо Мора». И вот следующая композиция, она является для джазовой музыки просто символичной для всего 20 века в целом. Более того, музыканты иногда даже начинают шутить по ее поводу, вспоминая о том, какая же песня без баяна, какой концерт без каравана. Но, надо сказать, что в нашем исполнении вот эта известная тема Дюка Лентона «Караван» существует как минимум в 5 или 6 версиях. И мы сейчас хотим представить вам одну из, так сказать, 1/5 нашего видения этой бессмертной пьесы Хуана Дизола и Дюка Лентона «Караван». Но а следом после «Каравана» прозвучит сюитообразное произведение, которое соединило две пьесы Дюка Лентона «Коттонтейл» и «Рокинг-Ризен». Thank you.
опять ужасно, не слышно чувствовать. Ты слышишь, где стоит фон? Да, да, вот он мешает нам очень сильно, если возможно, убить только. Дорогие друзья, мы, несмотря на что, продолжаем. И сейчас мы подобрались к той самой части, которая является «To Beatles», да, обращение к музыке Beatles. Надо сказать, что добрая половина нашего ансамбля является битломанами. И у кого-то детство прошло под звуки этой легендарной ливерпульской четверки. И сегодня мы хотим представить несколько песен Beatles в изложении джаза. То, как это увидел Валерий Сударев, то, как это услышали наши музыканты. Мы начнем с композиции, которая была взрывоопасной в 1964 году. Она входила в такую трилогию в фильме и, соответственно, за альбомом с таким же названием «Hard Day's Night» – «Вечер трудного дня». Помните тот самый фильм, когда Битлз стремительно убегают от толп поклонников? Мы очень надеемся, что мы, когда будем уезжать из Москвы, мы тоже будем, как Битлз, бежать к самолету из-за толп поклонников. Поэтому сейчас вот символики ради мы ее исполним. Things they said today. Thank you.
Благодарю тебя, Кристина Рыжковская. Некоторые части. Совсем недавно, 17 марта, наш ансамбль представил программу, которая стала посвящением Джорджу Гершвину, выдающемуся американскому композитору, создателю музыкального театра, мюзикла, киномузыки, в общем, такому нашему все в американской музыке 20 века. «Ivy Trading» называлась эта программа, и, кстати, наименная композиция еще сегодня прозвучит. Но, а сейчас, как это ни странно, мы хотим начать вот эту гершвиновскую часть с пьесы, которая, с песни, которая фактически стала последней в творческом пути Гершвина. Это была последняя песня, которую он закончил. И даже известный композитор Вернон Дюк дописывал какие-то отдельные штрихи в этом произведении, а Айра Гершвин, брат Джорджа Гершвина, собственно, посвятил памяти брата эту прекрасную песню, вошедшую в фильм «Золотая лихорадка». Называется эта песня «Love is here to stay». Любовь пришла. Thank you.
Tonight, tomorrow's new.
бешеная работоспособность. Вообще он жил большой ложкой, что называется. То есть он успевал делать все. И вот в 20-е годы, в первой половине 20-х годов, он действительно создал значительное деяние. Например, он создал «Рапсодию в стиле плюс», выдающееся произведение. Он пытался писать и делал это очень хорошо для мюзиклов, музыку. И он одновременно поехал в Париж, где хотел учиться у Мариса Равеля, на что он ему ответил: «Вы не должны быть вторым Марисом Равелем, нужно быть первым Джорджем Гершвином». И в этот же период он создает вещи, которые стали теперь уже для нас классикой песни. Классикой песни 20 века. И среди таких шедевров, жемчужин, конечно же, песня «The Man I Love», «Любимый мой». I'll reach a little room, who holds one.
Спасибо большое, Елена Рыжковская. Сейчас я спою песню. Мне нравится эта песня не только потому, что ее написал Джордж, написали мне Джордж и Айра и Гершвин. Вот там есть одна строчка, которая всегда вот мне прямо как масло по душе. Там такая строчка: "When if you Russian play, could guarantee". В общем, все будет прекрасно, если играют русские музыканты. Итак, поехали. Песня называется "But Not For Me". Sunshine, listen to you. Never tells me dreams come through. Just trying, and I start around. Beatrix Fox, for don't you dare ever tell me he will care. I'm certain in a final curtain. I never want to hear from any cheerful Pollyannas who tell you fate supplies and made it all by men.
Джорджем, и Айрон, конечно, самый тяжелый период, как называется, Великой депрессии, которая была почти 100 лет, больше, чем 100 лет тому назад в Америке. Называется песня «Nice work if you can get». Любая работа хороша, если ты попробуешь ее. Были проблемы с безработицей. И песня вроде бы такая легкая, не задеева, но в то же время вот про такие серьезные проблемы. Nice work if you can get. The man who only lives for making money lives a life that is unnecessarily sunny. Life was the man who walks for pay. There's no guarantee that someone to raise his name. The fact is, the only ones who really preach and drum in the ghostly river grow and burn bad. For the love you won't regret it, that's the best one.
попыток дирижировать духовым квартетом. Посмотрим, что из этого получится. Do-d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 o
Thank you.
Шампанском за приглашение. Песенка под названием «I found you, baby». Я нашел себе новую